Всем привет! В школе мне выдали вот такой вот ноутбук. Сейчас я хочу вам его показать. Я вот только что сходил, его получил. Вот он такой. Вот так он называется. Написано Vovola. Какое-то очень странное название, по правде говоря. Вот тут, ну я не знаю, это, видимо, так ноутбук выглядит. Кстати, поверхность как будто бы немного такая выпуклая под кнопки, да. Вот, чтобы вы понимали, вот он, его мне вскрывали в школе только для того, чтобы там проверить, и все. То есть он нулевый, я им не пользовался еще, вот вам я показываю первую. Вот тут написано что-то, модель NB110-5A, какой-то тип лаптоп, процессор Intel Celeron J4105, видеоадаптер Intel Graphic 600, оперативная память 8 гигабайт, ну много, кстати. Дисплей 11 дюймов, ну что-то мало. Хранилище данных 64, да, интересно, тут, по-моему, Windows же должен быть. Беспроводные устройства пишут что-то. Bluetooth, что-то еще какие-то, LAN, камера даже есть. Языки, вот, операционная система Windows 10 X64. Офисные приложения Microsoft Office, дополнительно Microsoft Intune какой-то. Так, и тут еще что-то написано. Какой-то... А, что входит. Ну ладно, что ж, давайте его будем открывать. Вот я так буду вам открывать его. Ладно, вот так буду. В общем, открываю. Оба, и что у нас тут есть? Так, вот user manual, это какой-то, как им пользоваться, судя по всему. Ну, я думаю, что тут ничего такого нового нету. Тут просто показывают, что где находится, и все. Вот сам ноутбук. Ну, он, конечно, очень маленький, прям компактный. Запечатан, посмотрите-ка. Ой, он маленький, прям легкий такой. Ну-ка. Вот, смотрите. Так, я его давайте сюда тут положу. Посмотрите, мышку даже положили в комплект. Смотрите. Вот мышка. Ну и блок питания, чтобы его зарядить. Ну или чтобы просто от него он мог работать. Да. Ну, слушайте, неплохо достаточно. Тут что-то пишут. 300 миллиампер часов. А, просто 3000 миллиампер. Я думал, это аккумулятор. Что-то я перепугался, думал. А что он с проводом? Ой, так, что-то я тут запутал мышку с этим, с блоком питания. Ну, он достаточно длинный, кстати. И, ну, 1,5 метра, наверное. Ладно, давайте я все это уберу. В общем, ну, то, что мышка, уже неплохо. Так, и тут больше ничего нету такого. И, кстати, коробка с ручкой. Ладно, так, это куда-то надо убрать, чтобы... вам показывать все. Значит, вот так вот. Угу. Итак, по-моему, мне сказали, что он заряженный, и его подключать к этому не обязательно. Вот, открываем. Оба. Ух ты, сразу включен. Тут такая подкладочка под клавиатуру, посмотрите.
И о, и пленочка даже. Вау. Ну, слушайте, ну круто. И это мне выдали в школе. Ну, может, потому что я отличник, может, потому что... Ну, короче, в общем, выдали в школе. Так, а как... Что мне сделать? Так. Мне сказали, вот... Ну, вообще... Вообще, как тут выйти? Так. Ну, смотрите, ладно, это не так важно. Вот посмотрим, что тут. Тут у нас какой-то... Так, тут USB. Тут HDMI. Тут написано Type-C. Тут тоже USB, USB. О, тут даже слот для SD-карты есть, посмотрите. Ух ты. Так, давайте подключим его к блоку питания лучше, а то, мне кажется, он сейчас разрядится. Тут, по-моему, что-то было написано. Да, вот написано блок питания, он на клавиатуре лежал. Так, наушники, вот кнопка включения. А, вот, я перепутал. Вот, питание, наушники и кнопка включена. Значит, вот сюда вот. Так, включили. Сейчас надо подсоединить розетки. Так, и. И вот. Так, это я кнопку включения нажал. Сейчас включаем его, получается. Вот. Ага, ну ничего, собственно, не изменилось. Так, мне пароль сказали. Студент. Добро пожаловать. Вот, посмотрите, что тут есть. А этот... Где? А вот мышка. Все, вот. Так, давайте мышку сейчас подключим. И посмотрим. Не, ну конечно, круто то, что это дают. Причем бесплатно. Конечно, там документы подписывают, что в случае чего. Но это как бы не важно, потому что, ну, вряд ли вы собираетесь его ломать. Ну да, вот посмотрите, тут Windows 10. Вот, если вам, может, но я думаю, не видно. Ну вот, посмотрите, Windows 10 тут. Ну, клево. Где тут? Сейчас, ну-ка. Как тут посмотреть? А, ну так интернета нету. Пункт. Пункт управления нет? Нету. Что-то не знаю. Ну-ка, сейчас глянем. Давайте параметры. Вот. Система. Так. Вот разрешение экрана. Ну, достаточно неплохое разрешение экрана. Ну, 125 масштаб. А, он увеличенный, я понял. Нет, не надо нам увеличенное. Так, а что тут можно? Так. Ну-ка, больше обмена, система, рабочий стол, память, батарея. Давайте батарея посмотрим. Некоторые из этих параметров скрыты или конфигурируются организацией какой-то. Период. Память. Ну-ка, память. Локальный диск. Реально 64 гигабайта, кстати, память. Очень интересно, как сюда установили 10-й Windows, потому что он, ну, конечно, не так много весит, но все равно 64, я думаю, это будет маловато. Вообще для... Ну, некоторым на телефоне не хватает даже 128 гигабайт памяти. Но это, опять же, для чего использовать этот ноутбук? Потому что если просто... Ну, там, в интернете что-то листать или печатать, к примеру, какие-нибудь текста или общаться, то я думаю, его должно хватить, этих гигабайт.
Ну, тут 8 гигабайт оперативной памяти, это достаточно много, если они действительно тут такие есть. Я просто не знаю, как посмотреть. В общем, такой вот интересный ноутбук. Я думаю, что он очень хорошо себя покажет, потому что у него очень неплохая память. Но, опять же, у него маленькие размеры. Так что, ну, очень хорошо, что его выдали в школе. И спасибо. Ну, в общем-то, все. Всем пока.